В Черкесске состоялась встреча архиепископа Феофилакта с недавно избранным муфтием Карачаева-Черкесии Мухаммадом Хаджи Эркеновым. Встреча проходила в Покровской церкви Черкесска. На ней обсудили взаимодействие в сфере сохранения мира между православными и мусульманами республики, противодействие экстремизму и терроризму. Вопросы воспитания подрастающего поколения, необходимости сохранения национальной духовной памяти народов Северного Кавказа и другие. В частности, прозвучало предложение провести в Карачаево-Черкесии в 2025 году межконфессиональный форум, а сейчас начать подготовку к нему. Репортаж Али Баташева. Духовные лидеры встретились как добрые друзья, хотя встреча носила официальный характер. Цель – обсудить дальнейшее сотрудничество в сохранении межконфессионального и межрелигиозного мира в республике, противодействие экстремизма, воспитание подрастающего поколения. Эффективное сотрудничество зависит от уважения и братского отношения друг к другу, убежден муфтий. Вот обычно же говорят «веротерпимость». Я это слово не люблю. Веротерпимость – это значит терпеть друг друга, быть терпимым друг другу. Мы не должны терпеть друг друга, мы должны уважать друг друга, ценить друг друга, любить друг друга. И межконфессиональные отношения в Карачаево-Черкесии всегда были на высоком уровне. Большие праздники мы всегда друг другу поздравляем. И пользуясь возможностью поздравить мусульман с праздниками, которые относятся к исламской культуре, или поздравить православных, которые относятся к православной культуре, это всегда хороший повод для встречи. И я очень благодарен муфтию за то, что в этот день появилась такая возможность увидеться. И, конечно, для меня это особенно значимо – увидеться здесь, на территории одного из древнейших храмов нашего города. Встреча проходила в день престольного праздника храма. Священнослужители рассказали муфтию об истории создания Покровской церкви Черкесской и показали фотографии и другие экспонаты, относящиеся к этому событию. После чего приступили к официальной части встречи. Владыка выступил с предложением провести в следующем году в республике межконфессиональный форум. Собрать молодых людей, молодых ученых, людей, которые занимаются сохранением культуры и истории в нашей республике, хорошо знакомы с культурой и историей народов, которые населяют нашу республику. И эту большую площадку, этот большой форум сделать местом, где мы могли бы обсудить самые животрепещущие темы для нашей сегодняшней жизни. А именно то, что вдохновляет нас к любви к своей малой родине, к своей республике, что вдохновляет нас к любви к нашему Отечеству, что помогает сегодня защищать традиции наши, в том числе и помогает защищать эти традиции и там, где необходимо держать в руках оружие в зоне специальной военной операции. Очень буду стараться, я и моя команда, мы будем... Конечно, я подобрал молодую команду, довольно-таки, между 30 и 40 годами у меня команда, вот, но... Мы будем вести эту работу таким образом, чтобы хотя бы планку, которую держал Исмаил Хаджи, мы будем стараться ниже не опускать. Сейчас священнослужители обеих конфессий встречаются с молодежью не только в храмах, но и в учебных заведениях. В городах и селах республики строятся храмы и мечети, отмечали участники встречи. У верующих есть возможность собираться в общины и исповедовать свою веру, поддерживать и помогать друг другу. А это фундамент мира между разными народами, живущими в одной большой стране. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия.